Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось онлайн-совещание, в рамках которого обсуждалась текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране. В обсуждении приняли участие большое число высокопоставленных политиков страны, советники президента, а также главврачи ведущих клиник страны. Одним из основных вопросов обсуждения стал рост количества зараженных COVID-19 с начала июня текущего года. Премьер-министр Али Асадов заявил, что в результате проделанной за прошедший период работы после введения карантинного режима наблюдается положительная тенденция в борьбе с заболеванием, но следует ускорить работу по увеличению количество койко-мест, укреплению материально-технической базы. На совещании также обсуждались и другие насущные вопросы, связанные с борьбой с распространением инфекции в Азербайджане, а также соблюдением обязательных мер безопасности гражданами страны.